Здравствуйте! Сегодня я вам предлагаю вариант вкусного и быстрого приготовления обеда. И это будет форель, запеченная с картофелем в сметане. Картофель я предварительно отварю в подсоленой воде в течение 15-20 минут до готовности. Филе рыбы порежу небольшими кусочками. Отваренный картофель порежу ломтиками. В чашке соединяю картофель, рыбу. Солю, перчу по вкусу, можно добавить специи. Добавлю 2 столовые ложки сметаны. Все аккуратно перемешаю. Блюдо перекладываю в форму для запекания, смазанную сливочным маслом, и отправляю в духовку выпекаться при 180 градусах минут на 20. Ароматное вкусное блюдо готово. Остается лишь посыпать свежей зеленью укропа и подать к столу. Мягкая картошка в сочетании с нежной рыбкой, дополненные сметаной и ароматом укропа, делает это блюдо очень вкусным. Мне остается пожелать вам всего самого доброго, приятного аппетита. До новых встреч на видео!